Дорогие мои солнышки, сегодня мы снимаем утром, это экстренная съемка. Я как пантера на ковре лежу и хочу поделиться с вами секретами бьюти-красоты. Вы много спрашиваете, почему я такая пи***тая и классная. Вы меня просто утром не видели. Но я, честно, к декору отношусь меньше, потому что меня всегда красят визажисты на съемках, а в жизни я его практически не использую. Сейчас Таня, мой ассистент, достанет супер вещь. Честно, я не пользуюсь ничем, кроме Хелена Рубинштейн, 13 номер. Как делают модные блогеры, ютуберы, бьюти-наблюдатели? Вот так вот. Хочу это повторить для вас, мои любимые. Наведена резкость, да? Я себя не вижу, меня снимает Саша. Ну, вы поняли, да? Сейчас, мои дорогие. Во! Какой цвет красивый, 13 номер. И сейчас я нанесу себе на ебало. Ой, на лицо. Лицо требует уважения, девочки мои. Вы чувствуете, да? Я уже получаю свои оргазмы. Саша, не снимай мою большую рожу утром так. Вы думаете, меня сейчас обидят ваши комментарии со словами «Эй! Чи шо он пи***? Чи шо там? Це баба? Ні, це трансуха». Та до жопи, блин, показываю дальше свою косметику я. С чего мы с вами начнем? Наверное, за уход за телом. Эти ноги требуют особенного ухода. Что у меня есть с уходом для тела, бля? Давай, еще камеру мне тут разбей, бля. Единственная камера, которая у нас есть, и то покалеченная вся. Вы бы знали, на что Саша снимает. А что у меня белый на футболке? Продолжаем. Ой, сосок видно, господи. Так, начнем с вами с Паумали. Девочки, я не буду выпендриваться перед вами и показывать свою косметику за выше 1000 гривен, потому что нахер вы себе это не позволите, так же, как и я. Так вот, показываю все эконом-вариант и люкс-класс. Мне очень нравится Паумали. Термос, спа, массаж, гель для душа, минеральная термальная вода и белая глина, выговорила. Девочки, очень хорошо увлажняют кожу, снимают воспаление, раздражение, если есть на плечах, на груди. Ну, все бывает, да, девушки? Настя, не вы***ца. Вы понимаете, да, меня? Очень хорошая вещь. Дальше. Я люблю белорусскую косметику, потому что она качественная. И кто говорит, что это не так, тот ее просто не пробовал. Вот, блядь. Гель, крем для душа. Я заикаюсь. Чайное дерево и лимон. Саша на меня сильно орет. Косметика очень хорошая. Просто хорошо очищает и имеет вяжущий эффект. Многим им это понравится. А это, мои козочки... Специально для тех баб. Это, короче, гель для кобыл. В прямом смысле этого слова. Но, как оказывается, то, что подходит лошадям, подходит и людям. Очень долго стою на ногах, хожу на ногах, да? А ноги должны быть просто идеальными. Вот он имеет очень хорошее разогревающее и охлаждающее свойство. Ноги себя чувствуют красиво, комфортно, не уставшие. Средство очень хорошо помогает при усталости и отечности ног, и чтобы не было тромбов и варикоза. Мне даже за это ничего не заплатили, бля. Тут такую рекламу делаю. Девочки, нас всегда мучает с вами одно. Живот, бля, и бедра. Но есть суперсредство, ха-ха. А стоит копейки. Сколько она стоит? Она стоит где-то 80 гривен. Нихуя тебе 80 гривен. Это чудо-средство стоит 40 гривен. Оно так херячит по животу, что я думаю, что у меня схватки. Я рожу и хожу в туалет, как мать родная. То есть он имеет это лимфодренажное свойство и выводит жидкость организма природным путем с помощью туалета и вашего мочегонного аппарата. А это? Короче, я не прочитаю, прочтете сами, блядь. Вы не слепые, ребята. Этот тоник имеет охрененный аромат. Это больше подходит для проблемной и комбинированной кожи. То есть он хорошо очищает, очень хорошо имеет вяжущий эффект. Если у вас есть прыщички, да, он подсушивает и подготавливает кожу к крему. То есть отлично. Ах, блядь, богатырская сила моя. Это Angel Париж, блядь, твою мать. И она охуенная. И она имеет преимущество в том, что это сделано на микроводорослях, на, там, по-моему, пробью. Короче, все сделано на природных компонентах морского происхождения. Она на 90% создана из натуральных компонентов и 10 только консервантов, чтобы это все, блядь, хранилось долго и вам помогало. Хорошие питательные вещества для волос, для моих, то, что остались. Хорошо увлажняет, питает,
реконструирует их. То есть хорошая бадья за приемлемую цену. 320-350 гривен она стоит. Поговорим с вами, наверное, о снятии макияжа, сучки. Да, вы этого хотите? У меня два средства. Одно заканчивается, и одно есть. Клоранс. Очень хорошо пенится, имеет кремовую текстуру, очищает кожу. Не надо свои глазенки и лицо тереть по 3 часа. Просто нанесли, массажными движениями поводили, водичкой смыли. Все. Обожаю студию Арно. Именно то, что с помпами, с дозатором, что можно делать вот так, да, мои дорогие. То есть имеет очень хороший пух-пух, и оттуда такое струя белого тух-тух. И вы просто этим белым очищаете свое лицо от всех загрязнений, от макияжа, от хуя, то есть от вечерних похождений. Очень хорошая вещь. У меня уже заканчивается вообще на дне. Зубная паста Сплат. Мне кажется, многие люди уже ее попробовали, и она не нуждается в рекомендациях. Хорошо справляется всем, чем она там зарекомендована. Хорошо полирует зубки, очищает эмаль, и ваши зубки как у кобылы. А напоследок я покажу свое искусство. Картина. Вверх ногами. Сама нарисовала, сама дрочилась, сама строчила. Я ее нарисовала в годы своего отчаяния и депрессии. Когда я погрузилась в свой внутренний мир и захотела это выплеснуть на лицо. Это пустыня. Это то, где ты себя ищешь в своих поисках. Она переказывает всю глубину оттенков голубого, синего, и коричневого цвета, и черного. Все то, что меня в последнее время окружает. То есть картина от души. Продаю дорого, Трансуха Анжела говорит: будьте красивыми, модными, стильными. Следите хорошо за своим личиком, потому что это ваше будущее. Удачно выйти замуж. А я не прощаюсь с вами. Ждите следующих моих влогов и смотрим за моей жизнью. А я вас целую и люблю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова